Что ей не нравится. Раз в 4 месяца получается, да? Ну, один раз было это такое. Зимой, раз в пятку меньше. Ребенок тут родился, блин. Тут же на этом месте застряли на даче. Место такое. Ключ. Так, вот. Так, это у нас... Значит, по всем блокам пройдемся. Посмотрим, что там как. Просто кажется, такая поломка такая неприятная. Вот когда, блин, все работает, все поменяно. Машина, ну, ухоженная, засмотренная. Я за ней как бы... Ну да, как... по состоянию неплохо. Да, она такая, она, блин, в идеале. И тут на тебе, блядь. Так, ВИН номер. Ну, паспорт показать? Угу. Нужен, просит. Мне вообще не нравится, что масло мигает все время при включении зажигания. Сейчас ну, будем смотреть. Ну, она так всегда, в принципе. Раньше тоже было? Ну, да. Точно, даже когда заводилось. Блин. Сейчас посмотрим, что гадать. Наверное, да, я как бы не обращал на это внимание. Когда заводится, она гаснет, естественно. Нет, потом-то да. Вот именно при включении зажигания. 1HZS. Ой. HZS. B0599. 3. Пошло, далеко не прячьте. Ключ не разбирали перед этим, нет? Да нет, так там, там что там разбирать? Там только батарейка и что? Нет, чип еще. Есть, там керамическая такая. Не трогал. Точно перед этим не разбирали. Я открыл эту самую штуку, там батарейка, пружинка, все. Я закрыл обратно. Перед этим разбирали или после этого? После. После, ну да, после. Нет, перед этим не трогал. Ну, может, если это падал, но я уже даже не помню. Ну, главное, открывали, не открывали. Там керамическая вставка такая маленькая, ее обычно все теряют, думая, что это кусочек пластмассы ненужный. Перед этим нет, я не лазил. Ну, главное, чтобы сейчас посмотрел, открыл, думал, там может что-то. В машине открывали или где-то на улице? Открывал. Где открывал? Ну, это я так, на всякий случай, заранее просто, чтобы... Здесь понадобится вдруг сейчас разбираться с этим вопросом. Наверное, в машине. Блин, не помню сейчас, очень много там мыслей. Ладно, сейчас посмотрим. Может, не все так грустно. Дай бог. Просто без машины на... Семью из 4 человека очень вообще. Это да. Новый брат, денег нет, так я хоть за это ухаживаю. Нет, так старые они намного надежнее, чем эти новые. Ну, сейчас по новым столько поломок идет. Даже да? 60 тысяч 50 не проехали уже. И ценник там такой, соответственно. Ну есть. Да. Во, Nissan был недавно, X-Trail. Угу. Коробка автомат, 50 тысяч не прошла, порвала. А, этот самый газон был новый, тоже 1000, по-моему, 30 или 40 прошел. Цепь ГРМ порвала. Не ремень даже, а цепь. Цепь ГРМ порвала. У Мерседеса в цепи это всю жизнь. Ну да. Ездит всю жизнь полностью. Так я о чем и говорю. Сейчас новая машина это... Да, поэтому я Гошика и, блин... Да, дискомфортно, она как бы трехдверная, но, блин... Есть безоказывается, я за ней, конечно, все... Все, нет, что... да, Volkswagen старые, за ними есть следить, ухаживать. Да, так. Да, я ее переварил тут, ну, то есть, много в нее вложено, конечно. Перекул подходит, давай, дорогой, я говорю, ребята, не подходите, блин, вы что? Машина нормальная. Крылья вот хотел купить, ну, оригинальные, там, там такие ценники на них космические, блядь, что просто жесть. Там 200 рублей одно просто крыло бэушное, блядь. Ну, чтобы, так я уже китайский взял, они, конечно, не особо сходятся в этом, по контуру этому. Там с полпальца ширина, ну все-таки, блин. Если не присматриваться, то и незаметно. Как бы видно, сам не приятно, блин.
маха двух сейчас не влияет на скорость. Да, да. Масло сейчас поменял. Нормальное взяли масло. О! Все-таки есть что-то на иммобилайзер, какая-то ошибка. Вот, я тоже к этому склоняюсь, что иммобилайзер отвязался. Ну почему? Не, он сам не отвязывается в этой машине. Тут надо очень сильно постараться, чтобы иммобилайзер отвязался. Сейчас по всем блокам да проходит, потом будем заглядывать, ну, смотреть внутрь. Ну, я решил, да, на иммобилайзер отвязан, потому что она заводится с подоборота сразу. Ну, все, то есть как противогонка вот в немецкой, да, стояла? Ну. Вот это меня больше всего. Ну, обычно здесь или моторчик мигает, или масло, если проблема именно с иммобилайзером. Я почему спросил, а вы говорите, у вас все время мигало, это мне как-то странно. Ну, сейчас посмотрим, оно уже чуть-чуть осталось. Тонкости я не знаю, это каждый занимается своими, я это не учился, и, ну, мигало, ничего страшного. Не, вот если мигало, ну ладно, чего гадать. Сейчас дойдет все. Ну когда ключ вот так стоит, мигает, а когда заводишь, все, не мигает. Ну вот она не должна мигать, она должна просто, по идее, гореть, то есть не, не мигать. То есть гореть, да, нормально, а вот мигает, это... Ну тогда я первый раз в этом услышал сейчас. Ну сейчас посмотрим, тут уже осталось там по общему проходу этому. Можно было, по сути, сразу в иммобилайзер взглянуть и в двигатель, но уже... Все так все. Может, кофе? О, нет, спасибо. С такой жаре, да, тут надо воду. Ну, есть вода. Нет, пока. Пока-пока, спасибо. Сегодня температура такая обещает быть, что... До 35 на этой неделе обещают. Жизнь. Без кондиционера вообще. Ну, тут даже кондиционер есть у меня. Приятно. Ну, тоже машина хорошая. Я вижу, они такие... А я только на днях взял, на пару недель назад. Она хорошая, большая, это старая эти Peugeot 806. Сразу давайте посмотрим. Датчик кола, нет сигнала, это на ней будет ошибка, это нормально. Датчик скорости движения туда-сюда. Блокирован блок управления двигателя. Так, здесь у вас в руле пиропатрон не видит, ошибка висит. Либо шлейф будет, либо это, ну, я на всякий случай просто сразу говорю. И считывающая катушка. Он не видит катушку, именно катушку, которая на замке стоит. Сейчас потрем все, перезапустим двигатель. И потом посмотрим. Ну, катушка это есть, да, этот иммобилайзер? Тут проще намного. Тут иммобилайзер может отдельно. Ну, давайте не будем гадать. А если его отвязать вообще? Вот, ну... Можно отвязать полностью. Зачем это перетягунку? Только... Уже никто ее не угонит, это уже не 90-е. Ну, да. Уже, блин, как бы здесь оригинальная сигналка хорошая тоже, но сигналка здесь такая, что если ключ останется, сразу она через 5 секунд, тук, и все закрывается. И снутри уже тоже не откроешь ее. Ну, какая фигня. Я тоже пару раз попадал. Так, а вы мне расскажите, а что здесь за трещина? Это я делал, или она была сломана, я ее восстанавливал, вот этот короб. Ну, там можно крутить. Так, о. Это у нас стерлось. Выключаем, включаем. Заходим опять в иммобилайзер. Появилась она по новой или нет. Если появилась, то скорее всего. Так, увидела сам блок. Чтение кодов неисправности. Да, оно саму катушку не видит. То есть именно саму катушку. Ага, я понял. Сейчас будем разбирать, смотреть дальше. Так. Блин, надо сейчас сразу забрызгать, получается. Ну, чтобы... ну да, чтобы потом не было перед сборкой. Сам этот контакт? Просто вот там контакт, фишка, три контакта. Я сейчас покажу, как это туда. Можно любой, это жидкость против коррозии. Так, поправили контакты на иммобилайзере, закисленные были. На катушку, которые шли. Заходим в сам иммобилайзер. Увидела. Чтение кодов неисправности. Все, код неисправности пропал. Даже без стирания. Заходим в блок управления двигателя.
видела. Читаем ошибки. Датчик холла у него всегда будет. Ну и блокирован блок управления двигателя. Давайте сотрем. Тогда, как помните, они не терлись. Ну, осталась ошибка только на датчике холла. Вот такая вот картина. Это вот постоянно. Там механический датчик холла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Внизу под видео пишите свои комментарии.